мой папа настоящий волшебник. Он умеет читать мысли. А, я понял. Мусор забыл выкинуть. Волшебник. Он предсказывает будущее. Прох, поменьше нож возьми. Порежешься же. Да не порежусь. Блин, я же говорил. Папа, палец вырастет новый. Волшебник. Он умеет сочинять сказочные истории. Все запомнил. Мы с тобой заблудились в лесу, и поэтому не поехали с мамой к бабушке. Ага. Ну ты... Волшебник? Сказочник. Он вовремя укроет от опасности. Герой, и я его очень люблю. Да я тебя обниму, сегодня же день папы. Сынок, пойдем-ка отсюда, а? Подождите, друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А я пока пошел новое видео снимать.